Сегодня на улицах Еревана группа людей отмечает день смерти, в кавычках, национального героя Армении, участника 44-дневной войны, Вагана Асатиряна. Этот человек также воспринимался армянами как символ войны. Именно он стоял в кавычках за успешными боевыми действиями Армении в период 44-дневной войны. Никто не мог убить его, но азербайджанское подразделение специального назначения Яшма смогло уничтожить его за несколько дней. Как передает Ахар Ас, об этом в интервью армянской прессе заявил родственница Асатиряна Сима Петросян. Ваан был бессмертен. О нем ходили такие легенды еще при жизни. На Западе его называли агентом 007 за его ловкость и смелость. В последний раз я разговаривал с ним, когда он был в Гадруте. По его словам, в Гадрут вошел азербайджанский спецназ Яшма, и он сказал мне, что ситуация плохая. А через несколько часов мне сообщили, что Вагана убили. Сослуживцы рассказали, что его местонахождение было установлено с помощью дрона, а затем Яшма начала работу. Ваган был командиром большого отряда. Несмотря на то, что все пытались защитить его, Яшма смогла найти и убить его. Отметила родственница Асатиряна Сима Петросян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.